Уважаемые гости, наш турнир посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Приближаются минуты официального открытия турнира. Но прежде давайте вспомним ту великую цену, которую заплатил наш народ за эту победу. В этой войне погибло 27 миллионов наших граждан. Давайте вспомним тех, кто жизнью своей заплатил за эту победу, и почтим их память минутой молчания.